Как магаданцы будут отдыхать на майские праздники? Президент России Владимир Путин объявил нерабочие дни с 4 по 7 мая. Губернатор Колымы Сергей Носов утвердил порядок реализации указа в регионе. Однако не все могут отдохнуть в эти дни. Работать должны больницы, аптеки, продовольственные магазины, то есть непрерывно действующие организации, предприятия и госучреждения. Также трудиться будут сотрудники правительства Магаданской области, министерств и ведомств. В плановом режиме МФЦ. Кроме того, функционировать будут лечебно-профилактические учреждения Колымы. Также магаданцы смогут в нерабочие дни привиться от коронавируса.